Играли в снежки, пели и танцевали. В Ульяновске прошла благотворительная елка. Праздник назвали «Территория волшебства». На нее пригласили детей, кто больше всего ждет чуда в канун Нового года, воспитанников детских домов региона. Программу, конкурсы и подарки подготовили представители Ульяновского отделения «Деловая Россия». Люди, которые делают такие подарки, они радуются больше, чем сами дети. Поэтому я думаю, что вот эта взаимная радость и искренность, она делает мир чище, добрее. На праздник детям приехали Дед Мороз и Снегурочка, и новогодних волшебников ждали. Ребятишки выбирали красивые наряды, подготовили стихотворение и, самое главное, загадали самое заветное желание. Мы на нашей елочке огоньки зажжем, закружимся в хороводе, песню звонкую споем. Поздравить ребят приехал и губернатор Алексей Русских. Глава региона пожелал маленьким ульяновцам крепкого здоровья, много чудес и ярких впечатлений в грядущем году. Я хочу вам пожелать побольше улыбок, чтобы ничто вас никогда не огорчало, вот, чтобы новый 2024 год, который он вот-вот уже наступит, принес вам только счастье, радость, хорошее настроение. Растите здоровыми, умненькими. Вот, слушайте, что вам говорят старшие, и все у вас будет хорошо. Глава региона пришел на праздник не с пустыми руками. Каждый гость праздника получил сладкий подарок. И самое главное, незабываемые впечатления от новогоднего утренника. Александра Никитина и Сергей Кудаков. Управда ТВ.